Великий плащ при раздробленном теле, вдогонку враг статьей его охаял, по-человечески похоронить сумели, едва достав из-под камней Стефана. Конечно, думали, имея страшный опыт, что будет ли когда такой защитник. Гигантов нет, основа будет попик, без ревности огня святой начинки. Осиротело протирали глазки, от раковицы молодежь и старцы. На каждого пришедшего глядят с опаской, на завтрашнее будут озираться. Никто не знал, не ведал, не гадал, что на крови Стефановой созреет, продремлет и проспит его кагал, спохватился и с ядом пустит стрелы, спохватится. Посланиями Павловых трудов подпитывает Бог невесту церковь. Земля сплошной апостольский роддом. Он всем устроил грозную проверку. Захочешь жизнь привычную нарушить, пойти нести и дальним благовестие. Все изменилось, как внутри и снаружи, и неуверовавших во Христе не крестят. Гонение на церковь вал за валом, смирением свирепость змея одолели. Глашатая мир к Иисусу звали, от слова истины рождались атлеты. С прискорбием на нынешнее смотрим, в дыму попы толпятся в алтарях, куражица обирает мертвых и требы проворачивает только зря. Христос – апостолы, евангельская вера, гонимы словно древними жидами, и не раскаявшихся тащат в рай посмертно, и обличающих по скорпионе жалят. 22 августа 2008 года.